Выйдите, 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 уберите руку, сядьте на место. Какого главы? Здание администрации. У нас открытое заседание. У нас открытое заседание. Вы кто? Не вмешиваетесь в процесс совета депутатов. Отойдите, здесь совет депутат проходит. Администрации, я вам говорю. Уйдите, пожалуйста. Пропустите, уйдите. Депутатов, пропустите на совет. Уйдите, пожалуйста. Пропустите. Уйдите, пожалуйста. Макс, держи. Аккуратно. Уберите руки. Руки уберите. Уберите руки. Денис, помогай. Да помогай. Денис, помогай. Полиция. А что происходит? Депутаты пришли работать. Каждое заседание. Ни в одном поселении такого нет. Еще раз салют. Позорники. Позор. Данную повестку дня прошу. Уважаемые депутаты, давай. Я предлагаю выразить недоверие и под руководством этого председателя не проводить. Это позорище. Пусть заместитель. Есть заместитель. Пусть давайте заместитель этого места. Посадим, пусть заместитель ему больше доверия. Давайте приглашаем, включим вопросы. Нет, он обязан быть рассмотрен в соответствии с 48 статьей устава. Есть порядок. На сегодняшний день сформирована повестка дня. Она вынесена на заседание Совета депутатов.